На ночь можно и полакомиться вкусняшкой. Вот такие мотолыжечки мы даем нашим хвостикам один раз в неделю. Конечно, мы не закармливаем. Это просто у них как почесать зубки и полакомиться как конфеткой. Ну что еще делать? Днем нагулялись, а теперь, укладываясь спать, можно чем-то себя и занять. Еще, конечно, надо нам срочно солому. Обязательно уже в вольеры, в будке закладывать соломку. Ну, чтобы помягче было и все потеплее. Все так хочется, чтобы у них тоже было нормально. Мы же ложимся в кровать, в теплую кровать, укрываясь одеялком. Также и нашим хвостикам хочется таких, ну, я имею в виду не таких, но так же, чтобы у них было. Вон как она. Вон она как. Ой, как она зубки чешет вкусняшкой.